сегодняшний день музыкальная индустрия предоставляет нам широчайший спектр музыкальных направлений. Мы можем выбирать буквально все, что душа пожелает. А задумывались ли вы, почему мы выбираем ту или иную музыку? Существует распространенное мнение, что в зависимости от настроения мы выбираем веселую, грустную, энергичную музыку. Но наряду с этим существует и другая точка зрения, что выбирая то или иное музыкальное направление, мы сами формируем свое настроение. Например, человек может месяцами находиться в глубокой депрессии и считать, что именно поэтому он выбирает слушать негативную, депрессивную, тревожную, деструктивную, агрессивную музыку. Но правда заключается в том, что именно делая такой музыкальный выбор, этот человек сам погружает себя в глубокую, затяжную депрессию. И порой бывает достаточно просто отказаться от прослушивания разрушающей музыки, и депрессии как не бывало. Вместе с этим существует духовная, спокойная, умиротворяющая музыка, прослушивая которую вы легко достигнете состояния, в котором обретете гармонию души, тела и окружающего мира. Именно такой музыке я отдаю предпочтение. В этом видео хочу призвать вас осознанно подходить к выбору музыки. Возьмите на себя ответственность за то настроение, которое вы формируете, отдавая предпочтение той или иной музыке. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам осознанности. Увидимся в новых видео.